А сейчас, дорогие мои, то, ради чего я сюда приехал. Ля-ля-ля. Чудом их увидел. Ну, этот подберезовичек с любым подосиновиком может потягаться в красоте. Посмотрите, какое необычное явление. Из пня дружно растет эта семья подосиновичков. Крайне жирнючий уж, да еще и не просто черные, с какими-то цяточками. А может, это и не уж, может, он какой-то мутировавший. Гляньте, какая красота. Это я уже съездил за кобелечком. И опять мир заиграл красками. Вот, казалось бы, погода серая такая, дождливая. А настроение отличное. И листочек не шелохнется, так тихо. Дятел стучит, а мы находим свежевыросшие подосики. Вы думаете, их тут двое? Вы ошибаетесь, их здесь четверо. Такая картинка. Смотрите, какие они чистенькие детишки. Подосиновичные. Это наш акселератик. Он больше всех. Вот. И чуть не пропустил еще одного такого же размера. Вот и шляпа упала. Жабо у него поднялось. Вот уже протоптанная тропинка по окраинам болотца. Но протоптана она не сегодня. А сегодня вылезли дары этого болотца. Я здесь словно первопроходец. Будем идти прямо по тропиночке, дабы меньше воды начерпать себе за пазуху. И здесь нас ждет удача. Посмотрите. Какой хороший. Кто-то здесь бродит еще. Тоже один. Но это не мешает мне находить таких огромных красавцев. Его просто не видно здесь совсем. Чудом. Чудом увидел. Ну-ка, давно видно растет здесь. Относительно давно, но еще свеж и красив. Оп. Убегаю с этого болотца, оно уже кем-то занято. Хочу проверить вон те дальние. Ну, оттуда тоже доносятся крики. Понятно.
погружаемся. Так не хочется никого встретить из-за того, что здесь такое обилие подосиков. На время прекращу комментарии, потому как люди совсем рядом. Просто посмотрите. Думаю, это кустатое, кустистое болотце стоит обойти. И я был прав, друзья. Здесь так хорошо спрятался подос. Чудом удалось его увидеть. А подос приличных размеров. Смотрите. Очень приличный. Элита. Вот человек, который вышел на меня, скривил нос, развернулся и пошел назад. Это хорошо, что я ему настолько противен. Я, конечно, понимаю его разочарование, но ничего поделать не могу. Рядышком ходят и не находят. А я хожу, следом хожу и нахожу. Это же просто сказка. 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 Безупречен. Все-таки мало попасть в грибное место. Нужно еще и уметь искать. Вот, друзья, прямо на пути. Чуть не стал на него. Они же маскируются. Здесь открытая полянка. И тут дятел, слышите? А этот... Смотрите, как замаскировался бочонок, а? Хитрый какой. Под эти листики. Ну, а вот мухомор, наоборот, кричит. Я здесь. Дай мне сапогом скорей. По шляпе. Вот еще один мальчик. Прятки играет, да? Я тебя нашел. А мухомор кричит. Так вы посмотрите на них. Поналивались. Красавцы. После дождика. Как преображаются листики осинки.
Человек здесь только что пробежал, но оставил мне вот этих двух подосиновичков. Ну что, одно дело набрать корзину грибов и совсем другое дело набрать корзину маленьких грибов. Там ходят люди, а здесь стоят грибы. Посмотрите. Да такие красивые. О, какие! Вот такой видон я обожаю. Из-под кустика. Из-под пучка травы выглядывает. Захватывающее зрелище. Обратите внимание, друзья, наконец-то появились маховички. Их совсем не видно, так как они сливаются с листьями. Значит, скоро маслятки пойдут. Вот буквально завтра, наверное, и пойдут. Смотрите. Маховички. Так вот, они любят синеть при отваривании. Ну как любят? Вернее, они вынуждены синеть при отваривании, не пугайтесь. Посмотрите, какое необычное явление. Из пня торчит подосиновик. Я такого не встречал еще. Очень любопытно. А вот, это же просто произведение искусства. Какой мощный, сочный мухоморчик. Люди некоторые их употребляют в пищу после, кажется, двойного отваривания. А сейчас, дорогие мои, то, ради чего я сюда приехал. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Ну как? Ради таких моментов стоит жить. Берем же корзиночку и идем косить потихонечку. Ох, если бы вы знали, какое счастье я сейчас испытываю. Увесистый. И в дорогу далеку ты мене край села проводжала. Тара-тара-та-та,
Тара-там, тарам-тарам. Край села проводжала. Ух ты, лягушку раскопал. Думаю, что за бугорочек? А тут все спряталось. Красавица, извини, что я тебя потревожил. Спи. Вот, друзья, на одной открытой такой себе поляночке. А там я что-то не понял, красненькое торчит. Неужели подос вылез так далеко от болотца? И правда. Да еще и не один, а он тут какой-то сиамский. Мощный сиамский подос. Вот такой. И все это, друзья, вокруг вот этой лужи. Ну и, конечно же, маховички. Грибное болотце попалось мне на пути. Хочется пойти дальше в лес. Крайне жирнючий уж, да еще и не просто черный, а с какими-то цяточками. А может, это и не уж. Фиг его знает. Ну, нажрал он нормально себе пузедло. Гляньте. Не очень ярко и выражены у него ушки. А, ушек у него вообще не отсутствуют. Хрен его знает, что это вообще за змея. А, какие-то есть там. Может, он какой-то мутировавший. Честно говоря, я уже давно не встречал змей. Думал, что они попрятались. Так, ну ладно. Оставлю тебя в покое. Здесь я не был уже, наверное, 3 года. Дошел до болотца, пользуясь случаем, что я один. Своих далеко не таскаю, а зашел далеко сейчас. Проверим же. Я всех своих конкурентов оставил далеко позади. Вырвался вперед вглубь леса. И мне начали попадаться вот такие экземпляры. Большой, не знаю, стоит ли его брать. Покрутила его тут, конечно, изрядно. Отдельно ножка полна червями. А это шляпа. Оставим ее здесь. Такое дичайшее болотце, вот совсем маленький вижу, таращится на меня, чувствую чей-то взгляд на себе. Какой хороший мальчик. Вон еще один. Хорошие мальчики, где ваши друзья?
Ага, вижу одного друга. Оставим здесь корзинку. Вон он торчит. Видно ли вам? Вон. Грязным пальцем, перстом указал. Сейчас я к нему проберусь. Ух ты, там он, вообще он большой какой-то. Тут камыши такие высокие. Непривычное для меня болото. Камыши 3 метра. И подосы 2 метра. Они прекрасны. Как Максим говорит, божественный. Так, ну этот уже пидстартуватый. У него уже Паркинсона. Сейчас проверим. Ух ты. Да не, нормально, извини, что я тебя обозвал. Идеальная. Здесь тоже идеально. Это хорошо, что я сюда пришел. Не поленился. Кто-то ходит впереди. Ну ничего. Мы свое то возьмем. О, не один же я такой умный. Ну наконец-то еще один представитель благороднейших грибочков. Вот он, подберезовичек. И сыроежечка рядом, но мы возьмем только его. Выходим на открытую местность в надежде увидеть здесь чего-нибудь хорошее. А вот, дорогие друзья, драгоценнейшие мои друзья и хорошие, это подберезовичек. Ну, этот подберезовичек с любым подосиновиком может потягаться в красоте. Еще один прекраснейший представитель этих грибочков подберезовиков попался. Перемещаюсь в очередное болотца, или что это, низинка. И тут вижу вот такую картинку. Посмотрите, как дружно растет эта семья подосиновичков. Прекрасно. Я не видел еще, как подосиновик растет на пне. Как растут они вот такой кучей. Сегодня это первый раз. Серьезно. Смотрите. Ходил вот в камышах только что и понял, что это я сделал зря. Потому как дальше от камышей вот такие вот представители подосиновиковых встречаются. Очень красиво. С бархатными ножками. А вот здесь совсем рядышком такое вот явление. Кто-то оставил пожертвование
Я даже не пойму, кому. Лешему, что ли? Что-то мне аж жутковато становится. О, этот парень вылез во время засухи. Скорее всего, пару дней назад. Или под зонтик решил закосить. Ну вот, дорогие мои друзья, сегодня я буду заканчивать это мокрое поистине дело, ибо я уже весь мокрый. Фух. Даже моя непромокаемая курточка промокла. Была крайне приятная грибалочка, насыщенная эмоциями, начиная от жуткого страха при виде змеи и заканчивая ликованием при виде полянки подосиновичков. Оставайтесь со мной на моем канале. Для этого подпишитесь, поделитесь моим видео в соцсетях. Мне будет крайне приятно. И не забудьте оставить ваш комментарий, который я отмечу сердечком. Всем удачи, крепкого здоровья. Па-па.